Привычное для нас сочетание. Инна Демирева и Юрий Куракин, представляющие Болгарию. А привычное вот почему. Да дело все в том, что двукратные чемпионы мира по спортивным танцам на льду Албена Денкова и Максим Ставиский также являются смешанной парой. Денкова болгарка, Ставиский россиянин. И примерно то же самое мы видим и в этой паре. Кстати, Инна Демирева является двоюродной сестрой Албены Денковой. Так что принимает, безусловно, участие в подготовке этого дуэта сама Денкова. Ну а Максим Ставиский является официальным хореографом этой пары. Медленный фокстрот, позже переходящий в квикстеп в исполнении Луи Армстронга. Сказал я о том, что хореографом этой пары является Максим Ставиский. Тренируют же Инну Демиреву и Юрия Куракина, Олег Волков и Александр Жулин. Пара была 26-й после исполнения обязательного танца с совсем невысоким результатом 17,15 балла. Наиболее важно, пожалуй, именно для этого тоже достаточно молодого дуэта выступить успешно на данных соревнованиях, потому как в прошлом году после оригинального танца, уже перед произвольным, спортсмены были вынуждены сняться с соревнований из-за того, что заболела партнерша и стало невозможным заключительное выступление на чемпионате Европы. Так что для них, пожалуй, очень и очень важно завершить это первенство Европы. Причем завершить хотелось бы, конечно, на максимально высокой позиции. На чемпионате мира Инна и Юрий заняли в прошлом году 30-е место. Ощущение, что в мелодии слышны нотки из знаменитой мелодии «Подмосковные вечера». Но потом появляется завораживающий хриплый голос Луи Армстронга, и ощущение, тем не менее, остается.
Александр Жулин и Олег Волков. Да, пока еще по уровню не доросли эти спортсмены до того, чтобы бороться за двадцатку сильнейших. 31,31 балла и по сумме лишь третий с конца результат. 48,46 балла, шестое место. Ну а теперь, когда у нас настает время небольшой паузы ввиду заливки льда, у нас с вами есть возможность